Всем привет! Сегодня полезная посылка из Китая. Скорее всего, это комплект, потому что одно устройство без другого не будет работать корректно. Держатель для смартфона с беспроводной зарядкой. Очень классное, очень удобное устройство и очень полезное в автомобиле. Модель его CD256. По характеристикам также можно увидеть все. Максимальная мощность 15 ватт. При каком условии? Это обычный автоматический держатель смартфона. Чтобы он выдавал свою мощность, ему нужно переходник, вот такой в прикуриватель, зарядка с быстрой зарядкой. С поддержкой быстрой зарядки. Также модель CD130. И все характеристики можно увидеть также. Компания Ugreen — это качественный Китай. Тот очень классный, качественный Китай. Там у них можете вы увидеть все. Начиная от наушников, заканчивая какой-то мелочью, флешками, картами памяти. Ну, короче, всем на свете. Кабели, зарядное устройство, держатели для смартфонов. Все качественное, начиная от упаковки и заканчивая товаром. Смотрите, также кабель. Кабель тоже югриновский, Type-C, Type-C. Очень качественный кабель. Материал такой вот идет. Наконечники. Здесь прорезиненный материал, тоже плотный кабель, не должен переламываться. С кабелем идет инструкция небольшая, скорее всего, советы по утилизации. Ну и само устройство, упаковка также очень супер. Кому может на подарок. Тоже куча макулатуры, очень большая, очень много макулатуры. И, кстати, инструкция идет и есть понятный для нас язык. То есть здесь вот так оно сделано. Получается, описание идет и одновременно на нескольких языках. И вам нужно выбирать свой. Когда машина заглохла, просто потяните за ручки, чтобы вынуть телефон. Ну и так вот везде. Начиная с установки. Вставьте шаровую опору в гнездо и затяните гайку, то есть сборка кронштейна. Вот здесь все можно на досуге, наверное, почитать. Но как мы обычно и делаем, сразу разобрались, а потом читаем инструкцию. Или же когда не разобрались. Также предупреждение по утилизации. О, и даже идет кабель. А кабель идет с ним в комплекте USB-A Type-C. Также качественный кабель получите. Также югриновский фирменный. То есть есть возможность или же в Type-C быстрая зарядка, или же в USB-A и Type-C на устройство будет обычная зарядка. Сам держатель также выглядит очень классно. Материалы просто супер. Все пластик, но пластик качественный. Светодиод идет, два сенсора. Нижние упоры и боковые плечи. Здесь шаровый такой крепеж получается. Вот здесь все также идет в пакетах запечатано заботливо. Тоже качественный пластик. Ни одного нету облоя, ни одного заусенца. Видно, что материалы очень качественно использованы. Ну и видим это крепление на воздуховоды, на решетку воздуховодов автомобиля. Все это резина, но здесь сверху резиновые накладки, а сам там, наверное, или пластик, или металл под резиной. Что-то такое. Все просто, гайку открутили, одели ее на шар. Шар защелкиваем сюда. Там также вставка прорезиненная для лучшей фиксации шара при прижиме. Обычная прижимная гайка, шар прижимается. Выставили как захотели. И зажали. И очень надежно. Кстати, тут можно использовать не только вот этот шаровый кронштейн. Например, есть у вас с таким шаром стандартный шар. Не помню я какого диаметра, можно посмотреть в инструкции. Есть такой у вас кронштейн шаровый на липучке. Вы можете использовать это устройство также с тем, с вашим кронштейном.
Ну и разъем питания USB-C, Type-C. Регулируются нижние упоры, выдвигаются. То есть в зависимости от размера вашего смартфона. Все фиксация, трещотка такая фиксирующая. Тут все прорезинено, вот мягко. Само основание пластиковое этих упоров, а резиновые вот втулки идут. Плечи также пластиковые, но здесь можно увидеть очень классные резиновые такие вот дорожки. Чтобы не повредить смартфон, заботливо это все придумано. Также вы можете использовать этот держатель с беспроводной зарядкой дома. Например, придумали вы какое-то им укрепление у себя на столе для зарядки телефона. Ну и включили одновременно, вы можете и просматривать что-то с телефона, или же следить за приходящими уведомлениями, или принимать звонки. Для этого понадобятся обычные зарядники. Например, для обычной зарядки 5 вольт 2 ампера, можно 1 амперный. Подключаете кабелем обычным, или же вот этот из комплекта, который идет, или от вашего смартфона. Включаю его в розетку 220 и просто подключаю к держателю. Зеленый светодиод загорается и сработал держатель. То есть раздвинул он плечи и готов принять телефон к зарядке, к удержанию. Кстати, сенсоры также работают. Можете управлять держателем сенсорами. Или один можно использовать, или второй, или два одновременно. iPhone 13 Pro Max 6,7 дюйма. Давайте посмотрим, как будет работать с ним держатель. Кстати, вот как раз тот вариант, когда быстрая зарядка не пошла из-за того, что смартфон большой и нужно опустить нижние упоры. Давайте до конца опустим и посмотрим, что произойдет сейчас. Сработали плечи и пошла быстрая зарядка. Держатель подключен 2-амперным 5-вольтовым блоком питания. При этом горит зеленый светодиод при зарядке. Смартфон держится, как видите, и заряжается. Держится все отлично. Держатель смартфон не отпускает, и зарядка идет. Извлекаю смартфон таким вот образом. Немного пальцы ваши должны или войти в контакт с одним из сенсоров, или же просто появиться в поле их видимости. Для быстрой зарядки нужно использовать, кстати, у Ugreen такие же есть блоки питания. Подключаю кабелем Type-C из комплекта. Включаю данный блок в розетку 220, как обычно. И подключаю к держателю. Готов к работе. Заметьте, на смартфоне установлен чехол. И в чехле быстрая зарядка также работает. И сейчас пошла быстрая зарядка. 6-дюймовый старый смартфон. То есть показываю вам, что держатель работает с любыми смартфонами. Ну, имеется в виду, для беспроводной зарядки смартфон должен поддерживать эту функцию. А просто установить и забрать смартфон, как использовать держатель, просто как держатель, то можно с любым смартфоном. Принимает он любые смартфоны. От вот этого вот зарядного устройства в автомобиле напрямую зависит качество зарядки вашего смартфона, скорость зарядки, ну и качество работы держателя. Югриновский переходник, металлический, вот холодный. Контакты пружинные, также очень тугие. Качественный вариант. Характеристики прописаны также на устройстве. Ну, все фирменное, все классное. И USB
и Type-C. Для быстрой зарядки используем кабель Type-C. Подключаем это в прикуриватель автомобиля. И у нас в автомобиле быстрая беспроводная зарядка появляется. В этот разъем можете подключить ваш кабель и заряжать, например, уже проводным путем какой-то другой гаджет. Или же подключить, например, автомобильный видеорегистратор в этот свободный разъем. А этот разъем будет использоваться с держателем и плюс беспроводная зарядка для смартфона. Очень плотно фиксируется. Ого, решетки хоть и мощные, но нужно быть аккуратно. И смотрите. И зажимаем. Фиксируем, в каком положении нужно. Зажимаем гайку. Устройство запитано и готово к работе. Пошла зарядка. Извлекать удобно. Устройство, звонок поступил, сразу смартфон взял, поговорил, к примеру. Установил и держится. Люфт будет, тряска на неровной дороге, но здесь не критично. В общем-то, вот так все. Какое удобство. Смартфон стоит, заряжается, навигацию включили, едете. По навигации смартфон заряжается одновременно. Все происходит, не садится. На хорошем месте, на видном для вас, куда вы установили держатель. Ну и плюс беспроводная зарядка идет. Один минус зимой. Ну это уже смотрите сами. В этом минус, наверное, всех держателей, которые крепятся на воздуховоды. Что будет печка жарить. Летом отлично. Кондиционер охлаждает смартфон, охлаждает само устройство, сам держатель. Ну, хотя он, наверное, греться и не должен. Как вариант на зиму прикупить другой кронштейн на липучке или на панель, на торпедо и использовать его. Очень классно, удобно работает. Долой обычные, бесполезные и неудобные кронштейны. Ого. Кстати, есть световая индикация на переходники и адаптеры. Синий светодиодик такой вот подсвечен. Говорит, что питание есть. Тоже полезно. На сегодня все. Очень удобное устройство. Кстати, я мечтал о таком устройстве. Ну, в Хавале в моем есть беспроводная зарядка стандартная в автомобиле с завода. А вот такие автомобили, которые не оборудованы беспроводной зарядкой, старые автомобили, которые имеют прикуриватель, данное устройство очень таки подойдет. Супер. Я рад. В общем-то, мечта когда-то у меня была. Ну, сбылась она позже, чем нужно, но все равно сбылась. И вам советую. Всем удачи, до следующих видео.